Доброе утро, любимый. А, это ты. Привет. Привет. Предлагаю на выбор несколько вариантов. А. Ты забыл номер своего номера. Б. Ты потерял ключи и не захотел меня будить. В. Ты играл с мужиками в карты до рассвета. Г. Все, хватит. Играл в карты. Прекрасно. Играл в карты. Я только одного не могу понять. А нельзя было пойти к папе? По-моему, там есть одеяло, кресло. Там комфортнее играть в карты. Мне папа не разрешает. Что? В карты играть. Привет. Гуля, а как к интернету подключиться из номера ты не знаешь, конечно, да? К интернету? О, интернет! Сколько же их тут, а? Смотри, не хочу просто. И все настоящие, не фотографические. Коля, мне в интернете некоторые цифры нужны. Цифры? Циферки, буковки. Так ведь вся жизнь пройдет, Герыч. А жизнь это не буковки с циферками. Это же... И хватать ее надо... Ну, ты понял? А? Вот. Так что с визгом. Так что нафиг. А, нафиг. Коль, я не сохранился, у меня там параметры. Да? Ну-ка, иди сюда. Коль, иди сюда. Делаешь? Ладно. Вон, смотри, видишь? Иди сюда. Видишь, какие параметры идут? Где? Вон там, где? Ну, вижу. Хорошие параметры, да. Ты бы нажал ей на Enter? Да, нажал, да. Коль, ну, так иди и нажми, Гер. Как, Коль? Нет, я не... Что такое? Ну, перестал жесткий диск форматировать? Нет, просто я, ну... А может, ты просто хранишь верность своей дискеточке, а? Коль, ну куда я... Куда я к ней буду так подваливать? Ну, ей же атлет нужен там с бицепсами или папик там чемоданом бабла. Ну, зачем? Ой, чему тебя только Славик учил. Ладно, собирайся давай. Собирайся. Куда? Пошли. Куда? Жизни тебя учить буду. С хрустом? С визгом. Пошли. А к интернету-то как подключиться? Доброе утро, господин Кучеревский. Ага. Вам пришел факс из Договорись, Свердловская, не запутаешься. Вот. Еще какие-нибудь распоряжения будут? Ольга где? А рабочий день госпожи Кучеревской начинается в 9:00. Сделай так, чтобы она могла освободиться через несколько дней. А, вы знаете, это проблема. Это твоя проблема. Все, иди. Стоп, да. Еще. Еще. Об этом я ни слова, понял? Я сам скажу. Все, иди. Хорошо. Какой-то грустный последнее время. Устал отдыхать? Может, домой хочешь? Да не, просто. Скучно? Ну, типа того. Понимаю. А тут, кстати, в новом заезде девочка приехала одна. Может, пойдешь познакомишься?
вон, кстати, она. Может, не надо? Ну а что? На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Пойди пригласи ее, может, не знаю. Компьютерный зал. Или нет? Лучше в аквапарк. Максим Александрович, вы не замечаете… Чего? Ну, что что-то не так. В смысле? Чего-то за завтраком не хватает. Тихо как-то. Так что, плохо? Да нет, наоборот. Наоборот, хорошо. Но непривычно. А, тихо, Вячеслав Александрович, это потому, что Славик уехал. Э, Чунга-Чанга, ты чё мне подсовываешь? Мясо где, а? Уехал? Привет! Я Колян из Сургута. Вот теперь все в порядке. Приятного аппетита, Максим Александрович. Что ж ты будешь делать, да? Ну как? Как-как? Ну ты ботан. Ей голод. Да один хрен. Как? Вон, видишь, какая Брунхильда сидит. Где? Нравится? Ну, ничего, да. Ничего. Ну давай, иди подсядь. Не-не, я не... Ну иди, иди. Подсаживайся к ней, говоришь, что все, вы мне очень нравитесь, можно подсесть. На-на-на. Потом. Потом. Потом как вылезет уже. Ну давай, давай, давай. Я что-то тебя буду жизнью хрустеть. Давай. Иди, ой, господи, я... все надо делать за тебя. Скучаете, да? Разрешите присесть. Без проблем. Присаживайтесь. Жорж, ты меня огорчаешь. Ну, подумаешь, один раз на облом нарвался. Хочешь жить с хрустом? Терпи. Ведь терпение и труд, Жора, они все... Ну, ты меня понял. Ну, ничего, после завтрака пойдем на пляж. Там будем методику отрабатывать. Какую методику? Подкатывание к Брунхильдам. У меня не получится. Да ладно. Это, Жора, у любого ребенка получается. Ой, какой же ты все-таки. Разрешите? Да, пап, входи. Молодежь, в старый город не хотите сходить, а? А тот твой босс компанию ищет. А ты? Не хочу. Надоел мне этот балаболка. Может, вы с Дианой его поддержите? А что, Диана? Вячеслав Александрович хорошо город знает. Все посмотришь, не заблудишься. Ну, я хочу побыть с тобой. Пап. Да я спать хочу. Ну хорошо, я останусь здесь и буду охранять твой сон. Максим Саныч, я никуда не поеду. Ага. Значит, я скажу Вячеславу, чтобы он тебя в фойе дождался. Ага. Ну хорошо, что тебе привезти из старого города? Только не феску и не итаган. Thank you.
розы. Извините, а вы менеджер Дерри? Одну минуточку. Это, вы тут шкип моих не видели? Ваших, это, которых, мадам? Ну, девочка такая толстая, со скобками. Женщина, немолодая, и мужик, ну, всем хамит. Нет, не видел. Ой, что же мне делать-то? Может, вы мне поможете? У меня с дверью что-то, ключ не открывай. Извините, я жду человека. Ой, прям развалитесь. На две минуточки женщине помочь. Вот из-за таких, как вы, мужиков козлами-то и называют. Я слушаю вы вас. Вы менеджер отеля, да? Не скажите. Возмутительно! Просто возмутительно! Полностью разделяю ваше негодование. Ха, у всех, понимаешь, ключи как ключи. Да. А вот, понимаешь, дверь не открывается. Да. Я бы на вашем месте так это не оставлял. Рекомендую обратиться прямо к менеджеру отеля. А лучше к его владельцу. Вкатить ему иск миллиона на два. Кстати, вон он стоит спиной. Кто? Ну, владелец отеля. Между прочим, из русских. Где? Ват-ват. У меня за спиной стоят два человека. Видите? Вижу. Один турок, другой русский. Но турок – это менеджер отеля. Русский – его владелец. Кого? Отеля. Это вот этот сморчок, владелец отеля. Тихо. Нашла сморчка. Это уральский олигарх. Один из самых крутейших. У него миллионов, как у дурака, фантиков. Ой, да не бреши. Он в соседнем номере живет. Собака брешь, я тебе говорю. Он же приехал сюда инкогнито. Тайно. Инспектировать подчиненных. Поживет, посмотрит, ну, чего как. И дальше поедет в другой отель. Ну. На Канары. А я его чуть... А я его чуть из номера не выгнала. Опрометчиво, очень опрометчиво, мадемуазель. Дианочка! Вячеслав Александрович, я готова. Я в вашем полном распоряжении. Господи, дались ей эти очки. Только бы в зеркало не забыла посмотреть, а то дороги не будет. Ну! ЦСКА чемпион! Оба! Россия! Вперед! Мама, ну где ты ходишь? В зеркало не забыла посмотреть? Ой, господи! В чем дело, Зина Сергеевна? В чем дело? Пожар, наводнение, сексуальное домогательство. Что? Гера, наш сосед, миллионер. Ну и что? Олигарх! У него миллионов, как фантиков. Вот это что ли? Этот. Тогда я Рокфеллер, а вы Майя Плесецкая. Чур я буду Майя Плесецкая. Да, точно тебе говорю. Да ладно, брось тебе. Да, я эти сведения из первых рук получила. Мне это сказали только что по секрету. Ха. Ну, что ты веришь всякой билиберди? Привет новичкам. За покупками собираетесь? Здрасте. Здрасте. Здоровенько. Привет. Слышь, старожил, у нас в семье всякие щелицы завелись. Ну и, стало быть, шифровочку получили по поводу владельца отеля. Ты здесь давно живешь, ничего про него не слыхал? Не, ну вообще слухи ходили, что хозяин этого отеля какой-то русский, но кто? Ага, вот. Вот. Некоторые говорят, что этот русский наш сосед, который с нами приехал. Боже, да кто же? Кто? Да быть не может. Да и я говорю, ерунда. Гера из Магнитогорска, ну. Гера? Славин земляк, что ли? Ну. Да не, полный. Да я тоже думаю, это ерунда. Да не может никогда этого быть вообще. Да нет, это просто невозможно. Да ерунда это все. Абсолютная. Да у него на Канарах два таких отеля. Доброе утро. Как съездили? Привет. Здравствуйте. Так, это что-то новенькое. Видимо, никогда мне женщин не понять. Ты о чем? О, уже ты. Совсем другое дело. Кстати, о деле. Оно есть. Меня твои дела не интересуют. Да, но зато они интересуют меня. А без тебя, к сожалению, мне с ними не разобраться. Что делать? Неужели прием у английской королевы по протоколу без жен нельзя? Оль, прекрати ерничать, а. Мне из Екатеринбурга пришла бумага. И без тебя мне там ничего не решить.
Тогда мне развод, и не будешь бегать за мной и унижаться. Я подумаю над твоим предложением, а пока нужно слетать в Екатеринбург сегодня же. Так. И к чему такая спешка? Ну, просто не хочу откладывать дела в долгий ящик, вот и все. Скажи, а куда ты уезжал? Ну, какая разница? Артур, ты что, думаешь, что я тебя плохо изучила? Нет, ну, может быть, когда я выходила за тебя замуж, я и была дурочкой. Но сейчас я очень поумнела. Кстати, большое тебе спасибо за это. Не за что. Извините, пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Дай, слушай. Дело в том, что у меня ребенок заболел. Я работаю. Знаете, я не знаю, то ли отравился, то ли перегрелся. Оль, ты пойми, это очень важно. Я занята сейчас. Я даже не знаю, я занята, видишь? Помогите, пожалуйста. Конечно, конечно. Хорошо, вечером жду тебя в баре. Договорились? Здрасте. Это вы, Колян, из Сургута? Нет, не мы. Я. А-а-а, понятно. Значит, Колян из Сургута. Виталик. Здорово. Ну что, улыбочку? Вылетит птичка? Не вылетит. Почему? Птичка попала на гриль. Слушай, а где Гера, земляк твой? Вон! Жизнью хрустит. Хрустелка. Сэрэнэлозу. Да ничего, спокойся. Нет. Иди туда. Иди давай. Иди давай, мать твою. Ой, блин. Горе луковое, господи. Коля, слушай, тут такая про Геру информация прошла, будто он хозяин нашего отеля, прикинь. Кто? Герасим? Ой, ну клоуны. Откуда же такая информация? Ну, знаешь, источник пожелал остаться неизвестным, но просто интересно, правда, нет? Ага, а еще заводов, газет и пароходов. Ну, я так и думал, что ерунда, слава богу. Да, конечно, ясен пень. Брешь. Брешь? Хотя. Что хотя? Да не, не успел бы. Чего не успел бы? Да отель купил. Там же столько бумаг оформлять надо, я бы заметил. Ну, дело-то не в этом. Бумаги не он будет оформлять, на это юристы есть. Ну, не знаю, не знаю. Вообще-то у него финансовые интересы в другой плоскости. Да, и в какой? Ну, там вот эта черная металлургия, там вот эти вот всякие цветные металлы. Ну, да, да, да. Вон, опять же, технологии современные. Ну, максимум пару миллионов. Знает, что он у нас миллионер. Да не. Олигарх. Да что ты. Только я тебе этого, сам понимаешь, не-не. Да что ты. Могила. Вот. Очень своевременное слово. Он здесь, понимаешь, типа инкогнито. А я при нем типа земелью изображаю. А чё же он типа тут инкогнито? Он чё, от папарацци, что ли, типа скрывается? От них тоже. Ты вот, кстати, фотоаппаратик-то свой убрал. Чё? Засвечу. Не засветишь. Это цифра. В глаз засвечу. Ай, когда же он успел отель-то купить, а? Тяжёлое, однако, это дело жизни хрустеть. Да. Я в последний раз так уставал, когда директора тракторного завода заставлял два цеха закрыть. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Денис! Давай вылазь из воды! Чего, пап? Пошли в отель. Питаться пора. Только слышь ты это, базар ты наш помни? Да помню, помню. Могила. Договорились. А что за базар? Ой, тонко это дело, Восток. Герман Соломонович. Да, слишком. Согласен. С виду такой неказистый, а миллионер. Сморчок, шипсик. Зато он не как ты, он миллионами ворочает. А-а-а. Видать, у него сила в голове, а не как у некоторых.
Закудахтали курицы. Пап, мама, давайте попросим, пусть она машину подарит. Да, умищи-то не по годам. Машину ей. Не шпиняй девочку, ребенок дело говорит. В кои-то веки миллионер в соседнем номере живет. Да. Надо это как-то использовать. Пап, а ты взяла свой паяльник? О, умница, доченька. Правильно, правильно. Вечером придете, чулок на голову, и пойдете его рекетировать, да? Ты с паяльником, бабушка с утюгом. Тома, утюг. Что утюг? Мы забыли утюг посмотреть. Тут, говорят, электроника дешевле. Ой, мама. Вот фигу вам, ну, а не турецкий утюг. Нашим обойдетесь. Сейчас. А зачем я его сюда пер? А вообще-то, пожалуй, вам и чулка не надо. Он одного вида вашего испугается и расколется. Нет, 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 нет. Смех смехом. А надо его как-то, а? Хватит, тихо. Я думаю. Думает он, думальщик. Всю жизнь думает, где деньги взять. За стенкой миллионы, а он думает. Тихо, я сказал. Вообще поменьше трепите языками. Особенно в отеле. Олигархи народ пугливый. Им шумихи не надо. Ясно? Поэтому молчок про него никому. Ясно? Я не слышу. Ясно. Тише вы. Ясно. Вот так. И никуда я не поеду. Ну, а как только? Никак. Что значит никак? Пока не знаю. А кто знает? Нет, интересно, как, когда он сказал, надо будет ехать? Какая разница? Я уже сказала, что не поеду. Ты что, до конца дней своих будешь его женой? Нет. Ну? А ты что, думаешь, я туда поеду, оформлю развод и обратно? Ну, хотелось бы. Лёш, ты очень наивный. Да, я очень наивный. Там о разводе вообще речь не шла. Понимаешь? Не понял. Он меня зовет в свой город. Так. Свой? Ну? Там со мной может все что угодно случиться. Ну, например, могу в психушку попасть. Угу. Или в тюрьму сесть. А я буду носить тебе передачи. Я всегда знала, что ты добрый. Ну ладно, ладно, я шучу. Ну, шучу. Ну. Тихо. Конечно, ты его лучше знаешь. Ну ладно. Подумаешь, штамп в паспорте. Ну, ты же свободный человек, правильно? Ну, какой же я свободный человек? У меня ты. Не понял. Почему ты так говоришь, как будто я тиран и деспот? Иди сюда, деспот, я тебя поцелую. Иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, а теперь катись с моего рабочего места, а то меня уволят. Ну, знаешь что, ну, как прокормлю. Ну, я, конечно, не миллионер. Слава богу, знаешь, какая у них у миллионеров жизнь? Нет, не знаю. Извини. Алло, никого нет дома. Меня точно уволят. А ведь он ко мне сегодня утром клеился. Скучаешь, говорит, красавица, можно я к тебе присяду? А ты? Что я отшила? О, дура. Откуда же мне было знать? Такие вещи надо чувствовать. Какие такие? Состояние мужика. Да сонное у него было состояние. Дура. На себя посмотри. Состояние мужика надо чувствовать с первых взглядов, вплоть до третьей цифры после запятой. А сама-то почувствовала? Я его сразу раскусила. Только я себе не помойки нашла, чтоб первому встречному миллионеру на шею вешаться. Да? Хорошо, тогда его на себя беру. Тем более, что утренний разговор не состоялся, повод есть, слово за слово. Нетушки, ты свой шанс упустила. Теперь моя очередь. Да ты что, ты собираешься броситься на шею? Первому встречному миллионеру?
Жребий. Жребий. Крест. У кого крест, та отваливает. Короткая, уходи, не мешайся. Переворачивай. Тяни. Я старше, переворачивай. Чего? Я старше. Ради такого признания. Наконец-то справедливость восторжествовала. Покажи. Чего? Вторую салфетку. Зачем? Покажи. Покажи, говорю. Ой, подруженька, подруженька. Да. С вами все в порядке? Ногу подвернула. Как это? Ой, такие туфли неудобные. Может быть, вам помочь? Ой, мне так неловко. Вы, наверное, торопитесь очень. Я как-нибудь сама попробую. Да? Извините. Ладно. Ай. Что, так больно? Ну, конечно, больно, блин. Да. Может, вы мне поможете, а? Пожалуйста, я вас очень прошу. Да, конечно. О! Ой, какой вы сильный. У вас такие бицепсы. Вы, наверное, спортом занимаетесь? Да нет уж, я так по утрам отжимаюсь иногда. А меня зовут Женя. А вас? А меня Гера, Георгий. Прекрасно, Гера. Вы, наверное, я вас отвлекаю. У вас, наверное, так много дел. Да, Гера? Да не, что вы, какие дела? Я в отпуске здесь. В отпуске? Действительно. Как я люблю мужчин с чувством юмора. Ой, может, вы меня доведете до номера? А? А там я как-нибудь сама. Хотя нет. Своего спасителя я не отпущу. Вы пьете виски? Виски? Да. Послушайте, а вдруг у вас серьезно? Вам же к врачу надо, да? Послушайте. Да. Подождите, да. Постойте. Сейчас. Вот что, вы здесь посидите, а я сейчас, вот, осторожно. Я мигом, с этим шутить нельзя, знаете, да. Сейчас. Ой, ну, по-моему, очень миленько. Знаешь, там еще были светло-сиреневые, но вот этот тебе больше идет. Нравится? Нравится. На ужин наденешь? Надену. Слушай, только она что-то в складочках вся. Ты знаешь, я сейчас сама сбегаю в горничную и поглажу ее. Хорошо? Сама. Ладно? Диана, что ты вытворяешь, а? А что? Ты что, не понимаешь, что происходит? Или ты не хочешь ничего понимать с этими рубашками дурацкими? Диана. Диана. Ну. Диана, ну прости. А ты вообще хоть что-нибудь можешь понять? Так уж я не понимаю. Бросил меня в Москве, как собаку приблудную. Вообще. Уехал без меня. Я за ним, думаю, он ждет меня, обрадуется, а он... Ну, прости, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, не плачь. Ты когда плачешь, ну, мне тошно становится. Ну, Диана. Ну, просто я виноват. Я все перепутал. На тебе я срываюсь. Ну, ладно, ты меня тоже прости. А тебя за что? За то, что не вытерпела. Не послушалась тебя. Смешной. Ой, ну ладно, я пойду себя в порядок приведу. Ну!
Здрасте! Не помешали? А мы вот тут решили по-соседски зайти. Да. По-простому. Поговорить, познакомиться. А то живем, как чужие, ей-богу. Да, вот живешь, понимаешь, живешь, потом разъедешься и не знаешь, кто у тебя соседом был. Да. Да? Вот она, наша родная. Для особого случая берег. А то тут поет всякой их гадости. Но я вообще не пью. Ой, ой, стаканчики нужно ополоснуть. Ага. Я сейчас. Ой, я сам. Простите. Главное, круглые суммы не называть, ясно. Ага. Вот столько мы посчитали, вот столько и хотим. Тетелька в тетельку. Поняла? Ой, что-то меня это волнует. Смотри, у меня. Не ляп ничего лишнего. Ага. Ясно? Вот так и помогай мне по бабе, по своему. Как? Как? Откуда я знаю, как? Ну, как? Ну, сюси-пуси. Как вы делаете, чтобы из мужиков деньги дотянуть? Сойдет. Да? Держи. Эх, наша родная. Вот она. Кристально чистая, ну, со знакомством. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Вы чего хотели-то? Поговорить? Погутарить, так сказать? Согласовать. Я сам мастером работаю на заводе. Так. Ну, понимаете ли, у меня всегда душа лежала к нефтеналивающей сфере. Люблю, так сказать, наливать. А кто сейчас не любит-то, правильно? Вот, понимаете, вот такая идея у меня появилась. Обзавестись собственной маленькой бензоколоночкой. Вот что вы мне на это можете сказать, как профессионал? Как профессионал? Да. Ну что ж, скажу, что тут достаточно много загрязняющих факторов. Почвенные, атмосферные. Но этот вопрос вам придется достаточно серьезно прорабатывать с экологами, с санэпидемслужбой. Вот, потому что к таким вопросам мы достаточно серьезно относимся, да. А что это прорабатывать? Что прорабатывать? Суну в лапу и все. Ага. Да не беспокойся. Все эти утруски, всякие утряски мы берем на себя. У нас в нашем семейном бизнесе есть свой специалист по согласованию. Это просто зверь в этом деле. Можно сказать, просто животное. Зинаида Сергеевна зовут. А что? Что? Да ее сырым мясом недельку покормить. Она всю эту санэпидемстанцию вместе со всеми бациллами, микробами этими, пробирками этими снесет к чертовой матери. Так что мы это берем на себя. Все. А я вам зачем? Как зачем? А первоначальный капитал? У нас-то денег нету. Вот мы выходим к вам, понимаете ли, с деловым предложением, обоюдовыгодным, так сказать. Вы нам деньги, а мы вам все остальное. Это работа, это хлопоты, это организация. Интеллектуальный капитал. О, все, все нормально. А через полгода начнем делить деньги. С меня денежки. А сколько? Минуту. Вот, 500 202 доллара. Сколько? А! Нет, пардон. О, 400 202 доллара. 400 000. Разве для вас это много? Да вы не волнуйтесь, мы все отдадим. Вот. Так. Привет. Извините, пожалуйста. Можно я присяду? Что это у вас? Валерьянка? Вам плохо? Как вы? Что, сердце? Бедненький вы мой. Может быть, вам доктора вызвать, а? А? Не надо доктора. Хорошо. Давайте я вас в номер отведу. Мы с вами легко, легонечко, потихонечку дойдем. Успокойтесь, ляжем в постельку. Я компрессик вам сделаю. Компрессик. Спаситель мой, вот вы где! Что ты кричишь? У человека с сердцем плохо. Сердцем?
Пойдемте, пойдемте, я вас в номер провожу, пойдемте. Я уже первая пригласила его в номер. Бедный вы мой, бедненький, несчастный. Так, да, давайте я вас в номер отведу. Да подожди ты. Да что же это такое? Идемте. Идем. Пойдемте со мной. Идемте. Нет, со мной. Пойдемте. Идемте, я вас первой позвоню. Извините, пойдемте сейчас. Со мной. Идемте со мной. А? Я сейчас, извините. Ну ты монстр, Гера. Сразу двух мочалок отхватил за раз. Молодца, Магнитка. Клен, что мне делать? Не можешь справиться, пригласи меня. Да дело не в этом. А в чем? Я не знаю. Старик, ты же хотел жить хрустом. Живи. Да какой хруст? Они как с цепи сорвались. Я себя каким-то хлестаковым чувствую. Слушай, всех этих хлестаковых Тургеневых отставить. Фарт катит, Катя. Так вот, бери его и не спрашивай, откуда он прикатился. Знаешь, Гер, я, кажется, понял, в чем твоя проблема. В чем? Понимаешь, ты и Фарт живете в разной жизни. Тебе срочно надо перейти в его измерение. Как? Очень просто. Давай. Ну, нормально? Ну, добро пожаловать! Я все понимаю, понятно? Я все понимаю, я не тупой, я нормальный. Ой. Я соображаю все время, что я говорю. Так устал сегодня, спать хочется. Бабушка старенькая, понятно? Ты нужна. Ложись. Ну почему должна ехать Маша? Ты? Не тебе, Анжоли. Я еще посижу. Ну это же бабушка по отцу. А-а-а. Да, и в свое ну, тогда я тоже посижу. Сильно повздорили. Я понимаю, Кэмми, вот это я понимаю. Понимаю. Диан, ты меня не жди, я еще долго буду сидеть. Спать не хочется. А может, тогда сходим в бар, потанцуем, выпьем, а? Ну, ты же устала. Ну, вот и ложись. Она очень внимательна. А я не хочу без тебя. И надолго надо ехать? Диана. Это трудно сказать. У меня сейчас такой период. Ой, я думал, такие периоды бывают только у женщин. Значит так, все, Анжелина. Диана. Ни в какой Владивосток. Ой, ну, Лёшечка, Лёшечка, ну, прости меня, пожалуйста, а? Ну, я вот, это я вот просто по глупости сказала, по злобе бабе, правда. Я все понимаю, у тебя сейчас такой период, и тебе нужно побыть одному, как-то подумать, определиться. И, конечно, сейчас невозможно тратить ни на что энергию, даже на секс, ведь правда? Ну, да. Ну, вот и хорошо. Ладно, ты давай ложись, спи, а я пока... Пойду, приму душ. И когда вернусь, то обещаю к тебе не приставать. Хорошо? Диана. Спасибо. Чёрт, блин! Чёрт! Пробежай. Артур, я никуда не поеду. Оль, ну я прошу тебя. Нет. Ну всего на пару дней. Разумеется, за мой счет. А еще бы. То есть ты согласна? Нет. Ну почему? Потому что я тебе не верю. Оль, послушай. Все, Артур, разговор закончен. Я никуда с тобой не поеду. Подожди. Ну подожди. Да. Да? Через сколько? 10-15 минут? Хорошо. Черт! А что случилось? Черт! Ну что произошло? Оль, прошу тебя, сделай мне последнее одолжение. Какое? У меня сейчас встреча. Очень важное с одним человеком. Я хочу, чтобы ты посмотрела на него. Зачем?
Ну, мне очень важна твоя человеческая оценка. Женский взгляд, если хочешь. Оль, это очень важно, пойми меня, очень. Ну, это займет всего пару минут. Хорошо, Артур, идем. Спасибо. Не спишь? Сплю. Позвольте. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да. Нужно было мне все-таки таган купить. Зачем? А у рыцарей прекрасных дам в таких случаях принято класть между собой холодное оружие. Зачем ты меня сюда привел? Я рад, что тебе известен этот номер. Очень. Я думаю, что сейчас внутри тебя ждет еще один сюрприз. Артур, не надо. Да что ж такое? Что ж там еще такое-то? Кто там? Открой, это я, Артур. Слушай, есть разговор. Ну и что тебе надо? Оля? Пусти. Артур, что ты делаешь? Ничего. Перестань. Ты че? Здрасте. Оль, проходи. Не стесняйся. Вот именно для всего этого, моя дорогая, мне и нужна была твоя чисто человеческая оценка. Оля. Прошла успешно. Дядя, ты при чем? А они сами про все узнали и ко мне первому пришли. Да ты же сам что-то не так сделал. Да ты знаешь, ты, клоун, что такими, как ты, на войне делали. Да ладно, ну сейчас же не война, ну. Ну откуда у меня такие деньги, ну? 45 на 3 это... Это что? Ему! 45. Ага. А этот друг 15 суток уже здесь парится. А? 15 на 15. 225! Итого 300 на всех! А? Ты понял? Мужики, ну ладно. Ну подождите. Ну может как-то уладить можно. Ну давай посидим, выпьем, ты а? Ты понимаешь, дело не в деньгах. Ты же как гниль какая-то поступил. Давай. Я понял. Да. Да согласен я, согласен. Ну, бес попутал. Попутал бес. Значит, деньги уже не надо отдавать? Как это не надо? На!